Кросс нации. В воскресенье в Иванове отметили Всероссийский день бега. Традиционно основной площадкой для спортивных состязаний стал парк Степанова. Организаторы рассказывают, желающих принять участие в забегах в этом году много. Старты дают один за другим. Хотя время было ограничено 11 часами, сейчас уже второй час, и все равно приходят и заявляются люди. Мы им не отказываем. Сейчас приблизительно 1300 человек уже заявилось и участвуют в соревнованиях. На разных дистанциях, в разных возрастных группах. В соревнованиях участвуют и горожане за 50, и студенты, и школьники. У всех разная подготовка. Кто-то занимается в спортивных школах, кто-то самостоятельно. Самая большая дистанция – 1000 метров. К этим соревнованиям я готовился около недели. Дистанция была километр, забег оказался довольно-таки тяжелым в плане того, что была на финишной прямой практически горка. Я пробежал 1 километр. Для меня эта трасса не очень большая. И бежалось хорошо. По словам участников, день бега не просто спортивные состязания. Это праздник здорового образа жизни и силы духа. Мария Попова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.